Добрый день. Рад встречаться. Привет. Спасибо. 18 декабря президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Маджлиса парламента Казахстана Нурланом Нигматуллиным. Нурлан Нигматуллин передал президенту Ильхам Алиеву приветствие первого президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. От имени казахского народа он выразил искреннюю признательность за совместное решение президентов стран-членов Тюркского совета о присвоении первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Тюркского совета. Гость сказал, что идущие в Баку процессы большого развития произвели на них глубокое впечатление. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствие первого президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, просил передать и его приветствие первому президенту Казахстана Елбасы Нурсултану Назарбаеву и главе казахстанского государства. На встрече было подчеркнуто, что личная дружба между первым президентом Казахстана Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым сыграла важную роль в развитии отношений между нашими народами. Особо отмечен вклад президента Ильхам Алиева в укрепление двусторонних связей. В ходе беседы было подчеркнуто, что связи между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются в различных направлениях, в том числе в транспортной, энергетической и экономической сферах. Отмечена важность встреч глав государств с точки зрения укрепления этих отношений. На встрече было отмечено, что в Азербайджане существует хорошая инвестиционная среда, международные структуры подтверждают привлекательность нашей страны для инвестиций. Во время беседы было затронуто значение межпарламентских связей, подчеркнуто, что Казахстан представлен на высоком уровне на проходящем в Азербайджане 9-м пленарном заседании Тюркпа, которое вносит вклад в развитие наших отношений.